камера не работает. Не знаю, будет работать, нет. Корстеса оставили возле банка, там, где собираются ребята. Там, где собираются ребята. Мусор. Она же ты на Сакулис попит я. Нет. Да. Государственная служба, которая очищает мусорные эти самые. Мусорки есть, застилает новые мешки. Это там, где огонечки были. И мы сейчас едем с Ваюсом гулять. Косты составили на день рождения. Сейчас он встретится с ребятами. А мы едем в соседнюю деревню. Опа! В соседнюю деревню с ним поужинать. Он, видишь, вот выехал. Поехали. Ваюс говорит, не хочу, говорит, пить. Спиртные напитки имеется в виду. Ну, катикан, да, яхнут, да, тушиксы, механайки. А у вас бывает, погода классная, 15 градусов на улице, 14-15 градусов. Народу на параллеле везде очень много. Люди идут в этот самый, на параллель, на набережную, там рестораны, там кафетерии. Здесь, видите, пыль, а здесь все вымото и неудобно вам. И отдыхают. Сегодня же суббота, девочки, мальчики. 2 марта. Весна началась. Вот такие вот дела. И сейчас он встретится с друзьями. У них там, как говорится, встреча. Я не знаю, новомодные слова такие русские, как делают видео. Некоторые с новомодными словами. Я уж прям чисто. О, новогодние. Огонечки на лагу. Христугина проту Хрунятиковины. Комана. Ну, он здесь тоже рестораны, машин целая куча. Все заполнено, все забито. Вот тут вот, улица вот эта вот. Здесь тоже, да, он, видите, даже наоборот припарковались. Кто как может найти парковку. А мы едем к морю. Мы едем туда, в этот самый. Памапты. Охи аптуки. Куда ты фала с дрома после гид? Не, не, не. А кому имаш ты макрия? Амдакси. А ты фала с на помохи, а поту кендрики одош. После гид ты ту хорьёйки, не, пивкаки, не. Вот, такие вот дела. Просят этот продолжение рассказывать про маму, про папу. Что вам рассказывать, я не знаю. Я уже все рассказала, за столько лет рассказала вам, все уже. Мамочка доживала с младшеньким, да, с нами мама доживала. Потом уже, когда уже у нее отказали почки, ее забрали в клинику. Она в клинике прожила 23 дня и умерла. А так у нее одна почка совсем отказала, вторая еще что-то держалась. И вот она потом во сне умерла, мама его. А так она жила с нами, да. Вот такие вот дела. И говорила его старшему брату, ты бы нашел вот такую же, как у Ваюса, жену. Он такой вот, ну такую же бы нашел, я бы, говорит, вообще была счастлива. Но не судьба ему было на такую найти, как я, его старшему брату. Ладно, девочки, мальчики, как приедем, я вам покажу, где мы будем ужинать. Здесь темно, сейчас из города выезжаем. Так, девочки, камера работает? Работает. А в то же бираж ты на деливере. Парень работает на мотоцикле. Этот развозит еду. Заказывают вот в этом магазине. Вот здесь прям. А? Листа парафира. Ой, коты сидят. Коты. Черные, белые. Ой, фига там, да. Он поехал развозить. А мы приехали к морю. Море возле моря прохладно. Поп-опс. Девочки, мальчики. Там море. Вот там, где темно, там море. Ой, что-то меня качает в разные стороны. Здесь пальмы, здесь такая красивая дорога. Вот здесь вся дорога вон так вот. Сейчас покажу вам в пальмах. Приехали к морю, называется Аликес. Здесь туристическое место. Летом здесь очень много народу, здесь большая параллея. Я вас здесь сюда привозила, мы здесь много раз уже гуляли. Собак. Вот. И много раз мы здесь были, здесь детская большая площадка. И сделали хорошо. Раньше там была вкусная таверна. Но сейчас я не знаю, есть она или нет. Потому что народу никого. Все уехали в Волос. А Волос, вон,
огоньки, видите, вот там, там волос. Прямо отсюда видно его. А здесь, видите, все пусто. Никого нету, только собаки и кошки. И периптеру. Киоск. Киоск. Пойдемте посмотрим, что здесь. Только, чтобы не наступить на какую-нибудь мину. Здесь грязь, что ли? Да, грязь. А я в грязь лезу. А, здесь. Вот. Здесь играются в баскет. Баскет. Мальчишки сидят с девчонками, обнимашки. Вон волос, видите? Светится. Да, ну, вижу, до левой таверны, до повинности паралия. То влепо... Ох, я помесим, он, ну, ты мне пусть... Шарого меса с той ктерию. Здесь мы-то раньше мы здесь кушали, здесь на берегу моря. А сейчас, да, ну, я не думаю... Не. Вот здесь вот так вот. Маяк, он там на конце, видите, железный стоит. Показывать пальцем не буду, как говорил Вася в прошлом видео. Не показывай пальцем. Вот. И мы сейчас туда сходим и обратно. Я вам не буду снимать, потому что темно. У меня все это есть. И таверны знаю, и кинес, и термо, влепишь футижунды. Вон там, где света много, там таверны. Не-не. Мы, по-моему, пропотишем, олегаки. Пойдем, говорю, пройдемся, говорю. Ну все, давайте мы пройдемся. Все равно вы ничего не увидите, темно вам будет. И встретимся в таверне. Если все будет хорошо, мы сюда приедем к вам на чистую понедельник. Смотрите, вон, видите, все здесь для моря лежит. И зонты, и лежаки, и все вот здесь устраиваются. Здесь много-много всего. Потом приедем, может быть, на чистый понедельник. Я вас здесь покажу. Здесь будет народу много. Здесь сцена, песни поют. Здесь люди столы ставят, кушают, еду раздают на чистый понедельник. У меня есть здесь видео. Посмотрите старые видео 5-летней давности. А? Вкусно, мирисит вкусно. Множество мире, может, кувуляй до влепо. Очень вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет, мясом жаль. О, аптеплемира, до кита ты гинете. Наводнение, когда было у нас, видите, смотрите, вымыло даже пальму, видите, на берегу. Здесь такие рытвины, колонны, знаю, все, ну, вот. А здесь было все красиво, здесь, видите, все разворотило, вода, море потекло, ладно. Здесь песни поют, здесь концерт. Короче, девочки или длиннее, не знаю, у кого как, у кого короче, у кого длиннее. Полчаса мы прошлепались здесь правее. Паралия и прогулялись. Уф, Вайс говорит. Никто не работает, только бараки. И вот такие вот этот самый раздаточный пункт, где готовят и разносят. Вот. Ничего такого здесь нету. Все только летнее. А вот когда сюда ехали, я думала, блин, что столько машин сюда встречаются, волос едет. Пама, сюда стилюш. Опа! Села, если сейчас ты киреваю. И думаю, что только машин много едет встречных. Видимо, сюда приезжают, все здесь закрыто, и они волос едут все гулять, отдыхать. Очень много машин было встречных нам сюда, когда мы сюда ехали. Я говорю, вот что они все, говорю, этого самого едут отсюда. Ну, а вот почему едут. Никто ничего не работает здесь. Ну, такого, чтобы можно сесть было, посидеть. Может, там еще дальше есть, где-то в горы поехать. Может, что-нибудь есть. Но здесь нету ничего на паралее. На паралее это на набережной. Где плюс другому, что ты думаешь? Ну, и кала, пама, покикяты. Их пинакида, их и колодрому, фонари. Вот. Такие вот дела. Нет даже посидеть где. Вот есть эти самые на набережной, вот Делин таверна, сын бараки в Допера. Вот они открыты, это здесь там бар, там камин, там все такое. Пьют, сидят, пута. Пута — это напитки спиртные, не спиртные, кто кому как хочется, кофе, чай, шоколад и все-все, что хотите. Все, что хотите. Вот, но такого, чтобы посидеть, покушать, поблизываться, ничего нет. Разворачиваемся, едем. Не судьба нам сегодня покушать, видимо.
Такие вот вещи. Увидимся. Едем за Костасом. Мы покушали все. Так, Липон, что вам сказать? Когда вот эта таверна у нас совсем открылась недавно, где мы кушали. Смотрите, это все вот это вот, что я вам показывала там. Покажу вам, что мы кушали, да? И музыка там была, я музыку выключу, чтобы YouTube меня не забанил, потому что YouTube очень строго к этому делу. И ребята тоже, Костас уже покушали, и они идут по набережной, гуляют, говорят, все вместе. Компашка, вон, видите, пацаны тоже гуляют, вон там, видите, и они тоже самые гуляют своей компашкой. Там человек 10, наверное, их. Мы его оставили вот здесь, вот он скушал вот здесь, вот в ресторане, вот сюда прям иди, и здесь ресторан называется Торондо. И очень много машин здесь. Здесь рестораны, здесь останавливаются, здесь забирают. Стривитов тоже. И смотрите, вот это раньше ресторан, где мы кушали, развалины были. Когда я приехала сюда 17 лет назад, Волос, да, там было развалино, было все запущено. А сейчас там все облагородили, участок вокруг таверны облагородили. Ну, темно, показывать не было ничего вам там, что показывать. Вон пацаны тоже гуляют, мороженое кушают. И так красиво сделаны камни, каменный этот самый дом, вот этот сам, да, который сделали. Даже там куски мармара внутри, вот каменный вот этот, вот, там все сделали красиво. Так отделано все, этот сам дом. Вот это развалину, это было все развалино. Представляете, это камень только там, чуть-чуть только было. И все это сделали. Вон, что, молодежь гуляет. Вся параллель, вся молодежь гуляет. Рейнджер, Форд большой. И красиво сделали, кушать очень вкусно. Цены вот я вам покажу, да, вот эту вот вставлю, все, что мы кушали. В конце цены покажу. Ну, там свет светит яркий. Они вот здесь гуляют, мальчишки наши. Где они? Нет, я. На, Костандинус, на, Костандинус. Костандине! Костандине, эла, каце! Де фелис? Фес на парпатисис? Дакси, пу на пати? Паме паки. Паме паки тоты. Все, молодежь, смотрите, что молодежь, 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 молодежь. Стрипши. Вот. Костас с пацанами тусуются. Ты для сипендекси парапану. Да хорошо. Парапану. И дон Борис на паркаре. Ты на паркаре, на канате. А куда сильно? Не кала. Да фильм на пей. Фильм на пекше, это нам, пацаны, акома, лепся горе, парпатаны. Мальчишки идут на дороге. Девчонки, мальчишки, все здесь. Ну. Ну, это взрослые пацаны. А то и не мигали, когда я, да не микро. Вот такие вот дела. Все, я с вами увиделась. Посмотрите, где все посмотрели, да. Все, я с вами прощаюсь. Увидимся. Смотрите, что мы кушали. Мы кушали мясо, картошку, сыр. Такое просто вино красное нам принесли. Крепкое очень у меня в бошку ударило оно. И Вайсу тоже. Ладно. А здесь нету парковки. И все. Пока-пока.